Это Леонид Михельсон, Алексей Мордашов и Владимир Лисин. Самые богатые бизнесмены в России по версии журнала Forbes. На троих у них 52 миллиарда долларов. Это Владимир Путин, президент России. В прошлом году он, если верить декларации, заработал 147 600 долларов по сегодняшнему курсу. Это Игорь Сечин, глава Роснефти. По оценке Forbes, в 2015 году только его зарплата составляла 13 миллионов долларов в год. А это 20 миллионов 300 тысяч россиян. В год каждый из них получает меньше 2076 долларов. Это, по версии властей, ниже прожиточного минимума. За год таких людей в России стало примерно на Брянск больше. Только по официальной статистике число бедных с прошлой осени выросло на 400 тысяч. Согласно исследованию Всемирной лаборатории экономического неравенства, такого разрыва в доходах бедных и богатых россиян не было со времен Первой русской революции с 1905 года. Но есть и хорошие новости. В Пенсионном фонде России заявили, что в стране не осталось пенсионеров, живущих за чертой бедности. Правда, это смотря как считать. Минимальная пенсия в Москве, например, составляет 243 доллара, а прожиточный минимум в столице России в среднем 259 долларов. Правда, для пенсионеров он почему-то установлен ниже, на уровне примерно 183 долларов.